Привет. Вы знали, что крысы могут смеяться? Да, вы не ослышались. Исследования показывают, что крысы, подобно людям, могут проявлять положительные эмоции, такие как радость. Их смех выглядит как высокочастотные звуки, которые сходны с хихиканьем. Эти звуки означают, что крысы чувствуют себя безопасно и комфортно в окружающей среде. Крысы также могут изучать и запоминать сложные задачи и даже умеют помогать друг другу. Кто бы мог подумать, что эти милые грызуны настолько умны и социальны?